Так, ребят, сегодня готовим мясо по-французски. Шампиньоны поджариваем. Тут картошка варится. Тут лук у нас. Мясо замариновано, стейки. Так что все будет по очереди. Но сначала обжариваем вот эти шампиньончики, грибочки. Картошка уже дымит. Все намазя. Шампиньоны жарятся. Котик отдыхает. Все идет по плану, ребята. Грибочки добавили лучка, ребята. Картошка все еще варится. Лучок добавлен. Теперь. Хозяйка моя все на суете. Малявка тоже. Сейчас налью по Махарычу. Умничка. Вам кот готовится. Так, сейчас давай я порежу. Морковки вот замороженные добавили. Сейчас будет бомба. Морковочка замороженная, уже не все есть. Все есть. Все в замороженном виде. У моей жены все есть. Даже муж в замороженном виде. Да, китайчик ты мой? Конечно. Так, дальше больше, ребята. Немножко гольда. Что, получается, малыш? Малыш. Тебя поздравляли все друзья с Новым годом. Все тоже с Новым годом. С новым счастьем. С наступающим Рождеством. Ой, тетя, какая. Натираем сыр, ребята. Это все к мясу по-французски, да, мам? Мясо под шубой. Мясо под чем? Под шубой. Под какой? Ты сказал по-французски. Французски. Я говорю, по типу мяса по-французски. Ты чем слушаешь? Малыш, это что, твое изобретение, что ли? Нет. Вася Форточкина. Да? Ваське Форточкину привет. Натираем. Сыр подготавливаем. Там у нас все уже поджаривается. Картошка почищена, ребята. Сыр трется. Вон у тебя еще. В принципе, чуть-чуть надо, да? Я не знаю, это твое изготовление. Modern in Надежда. Modern. Сыр. Мы натерли, ребята. Смотрите, какая красота. Начинаем картошечку тереть. Трем. Дуй. Давай я тоже подуй, малыш, давай. Ты дуешь, и я дуешь. Мы с тобой два ветерка. Ты да я. Я да ты. Трем. А ничего при этом приговаривать не надо? Нет. Ну, там как-то надо ведь, там, это я с любовью, вам любимые мои. Нет, да? Ну, ладно. Да-да так. Трем, значит, ребята, молча трем. Ты моя. Она говорит, так получилось. Моя ты любимая. Да, ребята, были в гостях. Помните, мы это давали рецепт салата поджарить грибочки, отдельно лук, крабовые палочки. Много укропа. И мы были в гостях, они тоже, короче, готовили такое. Но, говорит, у вас, говорит, вкуснее, у нас чуть не так, говорит, получается. У нас совсем, говорит, по-другому. Да, Надюш? Да, Андрюш. Все, ладно, трем.
Трем. Блин, это немного будет. А ты что облизываешься, картошку хочешь? Ну поешь что-то. Или ты язык только что мне показывал? Иди-ка повесь-ка. Кого? Плед. Плед? Он сам не повесит, что? Дочке скажи, она повесит. Честно. Ладненько, сейчас пойду. Все. Дальше больше, ребят. Thank you.